А что происходит? Вы? Что происходит? Вы скажите, пожалуйста, а? На каком основании вы задерживаете моего супруга? На основании пока. Какое сопротивление? А что он вам доказывает? А за что вы его должны... А что вы его снимаете? Да. Вообще-то я имею право в пол права. Что вы... За что вы его задерживаете, я спрашиваю? Что вы имеете право? Вы имеете видеофиксацию, имеете при понятых осматривать транспортное средство. Да не трогай своего, успокойся, он сейчас успокоится. Я здесь постою. Ты говоришь, успокойся. Вы здесь разберитесь. Да что вы говорите? Что вы говорите? Я нормально говорю. На каком основании вы его задерживаете, я спрашиваю? Оказание принадлежит сотрудник. Я обзываю машину. Что? Вы здесь разбираетесь? Чему машину? Вы здесь разбираетесь? Только делаешь себе пьяный. Оформляете еще раз, говорю. Сейчас мы вам какой все пьяный? Вы здесь, вы пишите, вы что там, успокойтесь. Оскорбление сотрудников. Вы в ребенка убрали, а? Почему мы должны убирать? Вы не трогайте, вы просто разберитесь здесь спокойно, и все. Вы все равно дадите продолжить. На, держи, мальчик. Ребенка в больницу везем, у него живот болит, вы нас отпустите, а? Лучше сердце. Нет. Сердце какой статус? Сердце, ладно, статус занять. Какой статус? Машина, включай. Он же объяснил, что такое. Объясни. Почему вы его снимать начали? А потому что он оскорбляет. Ну что он оскорбляет, и вы оскорбляете. Ты имеешь право. Соответственно, федеральный закон полиции, не ты, а вы, во-первых. Вот, я старше вас по возрасту. Это раз. Старше, да. На помощь, понимаете, не пойму. Машину писать. Он вам русским языком сказал, вызывайте понятых и снимайте. Почему вы не стали снимать? Кого снимать? Вы машину начали снимать. Идите. Я машину не снимал вообще. Вот ваш снимал. Я вам еще раз объясняю. Я машину не снимал. Ваш вот человек снимал. После того, как оскорбил меня, дядь, я понимаю. Меня назвал. Я начал его снимать. Он чтобы подошел? Это предъявить в суде. Он вывел у меня телефон из рук. Он подошел, что, нормально, машину начал фотографировать. Я чего, я все равно говорю вам. Ты что, нормально? Ничего. Вы здесь не можете разобрать, почему вы ему машину сажаете? А мы здесь сейчас разберем. Почему вы не разберете? Потому что я вам говорю, он в прокуратуру поедет. Вы пишите это, а? Мы человека, ребенку в больницу везем. Да блин, да прекратите что ли, а? Руки уберите, отойдите с ребенком, я еще раз говорю. Успокойтесь, не орите. Снимаю. Прекратите, а? Давай наручники сюда. Вы что, такие наручники? Вы что, блин, вообще я не пойму. Какие наручники? На каком основании вы задерживаете его? Давай кого-нибудь тоже, а? Смотри, что. Позвони в... Позвони 112. 112, да, но он редко. Бери. Позвони Славе. Куда? Позвоните, юрист. Видишь, порвали? Да, порвали куртку. Куртку порвали, слышали треск. Ага. Дайте я зафиксирую, отойдите от него. Руки отобирали от меня, сказал. Отойдите. Вчера. Отойдите, вы отойдите в сторону, не препятствуйте закону. Да. А то тоже пойдете, я там тут. Нет, вы что делаете? Звоню. Сейчас за ним. Ты тоже делаешь? Что вообще? Вы делаете? Вы отпустите его, разбирайте спокойно здесь. Вы что, я не пойму, творите? Четвером на одного. Вообще, что ли, охренели уже? Это у вас беспредел, блин, какой-то творится.
Слав, привет, это Слав. Алина. У нас пипец, что тут творится. Поволынский этот самый. Саша, его сейчас закручивают, блин, 4 сотрудника ДПС пытаются надеть ему наручники. Ребенка в полицию идем, и что это такое? Я сама пойду на вас. Остановили спутку, нас, начали снимать машину. Около пожарки. Вообще уже охренели. Я спокойно, ты... Приезжай, машина. Что нам делать-то? Его, я же говорю, ему, он его скручивает. Не оформляйся, а я буду стоять. Почему? Я не хочу присоединиться. Этот самый... начали снимать машину, я так поняла. Начали фотографировать без понятия, без никого. Ты зачем сопротивляешься? Ты знаешь, сров ты... себе да мотаешь. Бог его знает, я говорю, что знаю, что ли, блин, я машина. Не надо, сров будет, не надо. Не надо, не сопротивляйся, сров получит. Ты что, дурачок, извиняться ты потом будет? Нет, ты им по-нормальному сказали, вы оформляете все. Нет, извините меня, зачем давай оскорблять сотрудника, я не пойму. Не оскорбляй, веди себя спокойно. И зачем вы кликаете это на публику играть? То, что он с вами, что ли, я не пойму. Саш. Я себе такие вещи не позволяю, вы что-то там называть. Машину присядьте. Нет, а вы оскорбляли. Вы сейчас тоже оскорбляли при мне. Я оскорблял. Да, вы. Вам послышалось абсолютно. Да вы что? Да вы что? Кто это такой сказал, что не похож? А нам я... Пос... А вам... Он сказал, успокойся. Я объясняю, он сказал, успокойся. Я еще телефон подъявил. У вас идет здесь. Сотрудник полиции. Оскорбление его при исполнении своей семьи. Ну, вы вас тоже предъявили. У нас тоже курс стоит. Я не хочу писать. Есть на это органы, есть на это органы. Вот они все разбирают. Может, Саш. Там все проблемы создаете. Я вот это сделаю. Смотрите, вы стойте здесь, сейчас сразу следствие комитет поедет. Куда идти, уважаемый? Ты сам себе проблемы делаешь. Зачем тебе знать? Так вот по-нормальному нельзя было. Вот именно, что все надо по-нормальному делать. А сопротивляется сказать... нельзя. Дерзились, Александр Владимирович. Село Илхов. Опасно. Село Илхов.